Это был очень крутой подъем, без поворотов вниз. Да. По бокам были деревья, очень узкий был. Буквально ватрушкой 2-3 можно проехать, и все. Вдвоем катались на одной, выкинуло в дерево. Я потерял сознание, до нее очнулся, а я лежал. А у него сотрясение. Я бы хотела сказать всем родителям, уничтожьте. Уничтожьте эти ватрушки, потому что это не удовольствие. Это горе и слезы. Ну, ваша ситуация вроде бы достаточно благополучна, да, я так понимаю, разрешилась. Волновались в ходе, да, я так понимаю? Я, конечно, волновалась. Здесь, наверное, я не знаю, как сказать родителям свою боль, но я просто желаю им, не испытывайте этой никогда боли. Поэтому есть у нас другие способы развлечения какие-то детские. Даже то, что вы вместе находитесь на горке и кажется все под контролем, ничего подобного. Пусть лучше на ледянках, на лыжах, на горных, да все что угодно. Но только вот, к сожалению, я не знала ни статистики, не знала, насколько это опасно, поэтому относилась сама и ребенка не учила тому, что это опасно, потому что я не знала. Это вот неинформированность наша.